Здравствуйте, ребята. Посмотрите сюда, пожалуйста. Мы видим, что здесь нарисовано и написано слово «лист». Это слово «лист», друзья. Посмотрите внимательно. Какую букву мы не знаем? Какая буква нам не знакома? Да, это буква «Т». Вот наша буква «Т». Давайте закрасим букву «Т». Друзья, посмотрите. Мы видим, что здесь изображены те слова, в которых можно услышать звук «Т». Слушайте. «Т» – тыква. «Т» – тар. «Т» – балетки. «Т» – торт. Мы слышим звук «Т». А теперь давайте-ка отгадаем те слова, которые начинаются со звука «Т». Начнем. Например, дом. Вы там слышите звук «т»? Дом. Мы там слышим звук «д». Дом. И там буква «д». Пропускаем дом, потому что это слово нам... Мы не ищем это слово, да? Хорошо, спускаемся вниз. Мы здесь видим цифру 3. «Т». Три. Мы слышим там звук «т»? Да, мы слышим. Слово «три» начинается со звука «т». Три. Значит, соединяем с буквой «т». Вот таким образом. Молодцы. Продолжим. Вот мы здесь видим снова тыкву. Тыква. Т. Тыква. Мы там слышим звук «т»? Т. Да, конечно, слышим. Значит, соединяем. Вот здесь у нас тарелка. Т. Тарелка. Слышен там звук «т»? Конечно, слышим. Значит, соединяем с буквой «т». Посмотрите внимательно и слушайте внимательно. Дерево. Вы там слышите звук «т»? Дерево. Конечно, мы не слышим. Значит, это слово тоже пропускаем. Не соединяем с буквой «Т». А теперь давайте посмотрим на букву «Т». Мы видим, что буква «Т» состоит из двух линий. Вот сверху, наверху, мы видим короткую линию. Посмотрите, короткую прямую линию. А посередине этой линии мы можем спускаться прямо вниз. Смотрите, вот так. Вот у нас получается буква «Т». А теперь я предлагаю вам нарисовать томатную банку. Почему? Вы узнаете. И давайте-ка нарисуем томатную банку с помощью заглавной буквы «Т». Вот, это буква «Т». А теперь она превратится томатную баночку. Посмотрите, внутри нарисуем помидорчики. Это томатная баночка. А здесь написано слово «томат». Слово «томат» начинается со звука «т», и в конце тоже мы слышим звук «т». Посмотрите. Томат. Томат. А теперь я предлагаю сроченной буквой «Т» нарисовать листочки. Вот строчная буква. Закрасим. Вот наш листочек. Здесь мы уже знаем, как пишется слово «лист». Соединим точки. Молодцы! Продолжим соединять точки. Посмотрите,
мы видим здесь тар, и слово тар – это наш музыкальный инструмент. А здесь мы видим торт, и слово торт. Ребята, какая буква вот здесь, в этих словах, нам не знакома? Мы уже знаем букву Т, А, Т, О, Т. Какую букву? Не знаем. Озвучите эти слова. Тар, торт. Это буква Р. Посмотрите. Вот наша буква Р. Закрасим нашу букву Р. Вот наша буква R. Давайте вместе посмотрим на экран и назовем, что изображено на картине. Например, роза, ручка, ракушка, рыба, рак и рука. Какой звук вы слышите? Роза, ручка, ракушка. Рыба, да, это звук Р. Вот, а теперь я предлагаю вам соединить те слова, которые начинаются со звука Р. Например, роза. Вы там слышите звук Р? И где вы это слышите? В начале, середине или в конце? Роза. Да, в начале. Значит, если это в начале, мы соединяем с буквой Р. Роза. Радуга. Слышите? Радуга. Да, мы слышим звук Р. А где же это? Где этот звук? В начале или в конце? Радуга. Да, конечно, в начале. Соединяем с буквой Р. Будьте внимательны. Продолжаем. Ромашка. Ромашка. Слышим звук Р? Где мы слышим звук Р? Молодцы. В начале. Рыба. Рыба. Где мы слышим звук Р? Рыба. Молодцы. В начале. Будьте внимательны. Лук. Лук. Там слышите звук Р? Лук. Да, согласна. Нигде не слышно звук Р. Там нет звука Р. Посмотрите сюда. Здесь мы видим рис. Здесь нарисован рис. Слово рис тоже начинается с буквы R. Соединим точки. Это слово рис. Рис. Здесь мы видим листочек. На листочке капелька. Что это? Это роса. На листочке мы видим росу. Вот видите? А это слово «роса». Давайте соединим. Вот слово «рис», а это слово «роса». Они тоже начинаются с буквой «р». Друзья, мы уже знаем, что это торт. Это слово «торт». И все буквы мы уже знаем, да? Запомните это слово. А теперь мы должны здесь написать слово «торт». Озвучим слово «торт». «Торт». Слышим звук Т. Начинается со звука Т. Торт. Значит, нам понадобится буква Т. Вот мы видим здесь красный кружок. Значит, мы берем красный цвет. Соединяем с буквой Т. Посмотрите. Вот здесь зеленый. Мы берем зеленый цвет и поищем вот здесь букву О. Давайте снова озвучим слово торт. Озвучим торт. Мы там слышим звук Р. Буква Р тоже участвует. Берем желтый и соединяем вот так. И в конце нам понадобится какая буква?
Да, это буква Т. Берем красный цвет и соединяем. У нас получается слово торт. Вот здесь напишем. Торт. Молодцы! Мы сегодня узнали две новые буквы. Буква Р и буква Т. И мы уже умеем писать эти буквы. И мы знаем очень много слов, которые начинаются со звука Р и Т. До свидания!